Третья миссия университетов – социокультурное развитие регионов. Такова тема одного из круглых столов, состоявшихся в рамках Всероссийского форума Общественной палаты. Вместе с участниками, представлявшими многие субъекты страны, в разговоре приняла участие и руководитель регионального штаба акции «Мы вместе» Юлия Саранова. Вузы должны стать драйверами развития территорий. Такое мнение не раз высказывалось в ходе круглого стола. Третья миссия университетов – социокультурное развитие регионов. Конечно, высшие образовательные учреждения и сейчас участвуют в жизни общества. Но было бы неплохо сделать этот процесс более активным. В частности, в деле воспитания лидеров. Мы все не понаслышке знаем, что университет всегда была такая кузница кадров не только для там, органов власти, для учреждений, бизнеса, но и для сферы социальной, некоммерческой. Как отмечалось в ходе выступлений, сейчас университеты и академии являются в значительной степени закрытыми обществами, к тому же федерального подчинения. При этом вузы обладают отменной инфраструктурой. И очень желательно, чтобы весь этот потенциал могли бы использовать и муниципалитеты, например, некоммерческие организации. Мы, как сектор, очень нуждаемся в исследованиях, на базе которых мы бы строили свою программную деятельность. Заказ этих исследований – это дорогостоящая достаточно история. И хотелось бы, чтобы у вуза, так как есть все равно задачи, да, вот плановой какой-то работы студентов исследовательской, их вот эти планы строились на основе в том числе запросов наших некоммерческих организаций. Благодаря этому некоммерческие организации будут лучше понимать, в какую сторону работать, на решении каких социальных проблем надо сделать акцент в каждом конкретном регионе.